Сейчас я вам покажу балетные упражнения пор-де-бра, наклоны. И вы, чтобы сделать эти упражнения, можете использовать либо кресло, как я, либо стул, либо книжную полку, либо бар, либо станок. Все, что угодно. Главное, чтобы это было устойчиво. Я в данном случае буду использовать кресло. Первая позиция ног. Колени натянули, давим на пятки, на мизинцы, живот подтянут, лопатки сзади соединить, надавить вниз, руку раскрываем вперед. И делаем колени прямые, прогибаемся в спине и медленно колени не сгибаем. Спину до конца держим прямую, 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 прямую. Опустились на пол. Теперь голова поднимается первая вместе с рукой, спина уже прогнута. Ягодицы зажимаем. И медленно прогибаемся назад. Когда мы прогибаемся назад, мы прогибаемся только верхней части. Прогибаемся, бедра оставили на месте. И раскрыли руку. Опять пошли вперед, прогибаемся. Еще два, три, опустились, и наверх, и два, зажимаем ягодицы, и назад, и раз, два, три, четыре, наверх, два, раскрыли руку, и еще раз больше, прям сильно, сильно, сильно прогибаемся, голова первая. Поднимаемся, ягодицы зажимаем и прогибаемся назад и раскрываем руку. И последний раз медленно прогибаемся, гнемся, гнемся, колени прямые, колени никогда не сгибаются. И медленно вырастаем наверх и прогибаемся назад и раскрыли. То же самое мы сделаем на полупальцах. Выросли на полупальцах, прогибаемся вперед, колени абсолютно прямые, ушли вниз, поднимаемся наверх и прогибаемся назад. Еще раз. Медленно, медленно, медленно. Медленно вниз. И голова первая. Поднимаемся, прогибаемся назад. Еще два раза. Стоим, тянемся, тянемся, тянемся вниз и наверх. Прогибаемся назад. Последний раз. Уходим вперед. Поднимаемся наверх, наклоняемся назад и медленно опускаемся. Встряхнули ноги, пяточку на себя, потянули ахиллы, встряхнули. Начинаем делать пор-де-бра в сторону. Делаем к станку или к креслу и вернулись. И два, как можно ниже. И три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И покачались. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Стоим, держим. Еще держим. Оторвали вторую руку. И вернулись в исходную позицию.